Йоци подрабатывала более 20 раз. И эта подработка ее поначалу ни капли не пугала. Но она даже не подозревала, что ее ждет впереди. Эта подработка будет худшей из худшего. Продюсер не поступил бы так со мной. Вот так выглядит место работы. Запаху. Что нам делать? Что же делать? Как быть? Ты сможешь это взять? Гора какашек. Нужно засунуть руку в туалет и вытереть. Я закроюсь, выбросите меня. Я больше так не могу. Серьезно, просто выбросите меня. Айдолы-работяги. Богиня 20-летних. AI 20-летних. Компьютерная красотка 20-летних. Хватит, слишком долго. Я еще не закончила. Я не только богиня в свои 20 лет, но и в центре всех 20-летних. Красота, тело и рост. Я сегодня выше благодаря стелькам. Первоначальная ведущая отстаивает территорию. Ты сказала, что заболела. Какой сегодня концепт? У меня есть оружие, лучше будь осторожна. Внезапная атака Шухуа. Критический урон. Давай, нападай на меня. Атакуй. Хорошая ответка, Юци. Как ты смеешь? Проиграла. В любом случае, какая у нас сегодня подработка? Игры! Подработка на фестивале игр. Ты справишься? Справлюсь. Тогда пойдем? Пойдем-ка. Ты должна быть энергичная. Нет, из-за тебя становится скучно. Тогда что мне делать? Мы? Дикие сестры! Да, это точно не скучно. Воин, подойди сюда. Юци стесняется. Скажи, воин. Воин, появись, пожалуйста. Воин. Воин поколения МЗ. Здравствуйте, привет. Я Мин Цун Хён. Я в этой сфере 8 лет. А это что? Это наша Ян Пакунья. Я должен был выглянуть вот так. Давайте еще раз. Воин, привет. Давайте зайдем. Да, нам нужно быстро идти. Игроки заходят. Пока здесь мало людей. Это большой фестиваль. Мы представляем нашим пользователям игры, которые выпустим в будущем. Сейчас мы идем к Netmarble. Видите надпись происхождения семи смертных грехов? Там вы будете работать. А, семеро свиней? Да, совершенно верно. Мы дарим вам наши худи. Красивые. Мне нравится желтый цвет. Походка крутых девчонок. Куда вы ушли? Сомбэним! Здравствуйте! Где вы были? Сегодня здесь шумно, поэтому придется громко говорить. Будьте осторожны с горлом. Не волнуйтесь! Включите компьютеры и запустите игру. Нужно будет включить 30 компьютеров. 30 штук? Включите все компьютеры. Вы же знаете, как включать компьютер, верно? Как? Внизу справа есть кнопка. Начинай включать отсюда. Хорошо. А где Юци? Она как ракета. Уже все включила. Что? Что делаешь? Ты медленная. Выключили компьютер и теперь запустите игру. Нажмите два раза на экран. Два раза по значку. А, вот так? Куда снова пропала Юци? Режим безумного воина. Что делаешь? Юци, ты используешь чит-код? Может, мы сыграем в игру? Прямо сейчас. Точно! Нам можно? Вам нужно будет позже обучать этой игре, поэтому сначала поймите, о чем она. У вас режим истории. Игра создавалась по мотивам аниме «Семь смертных грехов». А эти персонажи – главные герои. Какой грех он совершил? Это человек – сын грешника. А, это его сын. Выглядит весело. Мне тоже весело. Падение с птеродактиля. Это очень весело. Чувствует игру всем телом. Теперь эта игра доступна на Netmarble. Большой крест семи смертных грехов. Это сиквел к игре «Семь смертных грехов». Разработчики с отличными навыками амбициозно создавали игру. Я убью тебя! Принудительное окончание рекламы. Умри, умри! Сражайся! Нажми на И или Q, и будет использоваться другой навык. И или Q? Юци забыла, где она. Я тебя не отпущу! Собирает энергию! Получай! Смертельный удар! Обе успешно справились. Теперь пойдемте работать. Это весело, да? У них зависимость. Видите эту длинную очередь? Да!
Все они хотят побыстрее сыграть в нашу игру. Мы проведем для них демонстрацию. А эти таблички мы подготовили для тех, кто выиграет призы сразу. Кому это дарить? Кому сами хотите? Правда? Мы хотим призы. Заходите. Здравствуйте. Рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. О, подождите секунду. Вам так нравятся эти игры? Нам очень нравится. Какая игра нравится больше всего? Нам нравишься ты, Шухуа. Семь смертных грехов. Вы самые веселые и энергичные. О, нет, ты красотка. Открою вам секрет. Если я дам вам это, то вы сразу получите приз. Мы тоже хотим. Они ваши друзья? Да, конечно, мы друзья. Вы точно друзья? Как ее зовут? Джион. Джион? Добрая девушка, которую теперь зовут Джион. А ее как? Ты знаешь меня? Су, Джимин. Вы сами спалились, ребят. Сами. Четыре? Последние четыре. Здравствуйте. Мы хотим взять интервью. Вопросов нет. Вы знаете, что такое хёнпи? Знаю. Вы это делали? Нет, я боюсь это делать. Попробуйте. Вы друзья? Только с ним. Места заполнены. Вам придется пойти одному. Все в порядке? Или вы пропустите друга? Нет, я пойду первым. Хочешь устроить хёнпи? Осталось еще много людей, которые не посетили стенд Net Marble. Приглашайте их на Net Marble. Мы затянем их сюда. У нас получится, правда? Приводите одного человека за другим. Здравствуйте! Привет! Кто ты? Я человек, который косплеит странника. Странник? А тебе нравятся айдолы? Нет, я знаю только 2D. На удивление, никому не интересный айдол. Но ты хорошо играешь в игры. Обожаю игры. Тебе нравится? Это новая игра, которую мы разрабатываем. Он нравится мне больше всего. Нравится главный герой? Шокирующий факт. Он уже женат, и у него есть ребенок. Когда он успел? Это правда. У него сын родился. Проходите в кабинку. Успешная реклама. Подходите к стенду Net Marble и играйте в семь смертных грехов. Просто попробуйте. Проявите интерес, пожалуйста. О, что это за место? Здесь много людей. Подходите к стенду Net Marble и попробуйте сыграть в игру. Вам нравятся игры? Да, нравятся. Ему нравятся игры. Игры нравятся. Играйте в Net Marble. Удачи! Думаю, вам стоит это попробовать. Королева промоушена. Пожалуйста, идите туда. Посмотрите на очередь. Думаю, наша реклама очень помогла. Мы молодцы. Здравствуйте. Такая красивая. Сексуальная провокация. Офигеть. Когда играешь, ведешь себя сексуально? Нет, я много матерюсь. Ругаешься? Покажи, как. Эй, ты, животное. Работайте хорошо. Простите, буду стараться. Хорошо играешь в игры? Да, я играю в лоу. Какой уровень? Железный. Проходи сюда, пожалуйста. Ну, наконец-то! Время перерыва. Это правда непросто. Непросто, верно. Поскольку это фестиваль, его голос стал громче. У него громкий голос. Снаружи ничего не слышно. Я только вижу, как двигаются губы. Давайте покушаем. Быстрый перекус из ланчбокса. Самбэним. В нашей игре повествуется про грехи. Верно. Для твоих родителей. Это хорошая просьба. Если ты сделал что-то не так, мы даем тебе возможность признаться. Я виновен. Праздности. Что это? Простите, я много играл в рабочее время. Как ты умудрялся играть? Мы играем в игры в рабочее время. Нам разрешают. Я играю, но говорю, что работаю. Я откладываю свою работу. Тебя уже ловили? Нет, все это делают. А какие грехи у Юцы? Слишком красивая? Серьезно? Быть красивой – это грех? Да. Я очень грешная. Лицо Мион пришло ко мне в голову. Какой у тебя грех? Я знаю. Красота. Я знала, что ты так скажешь. Мы все грешники. Давайте вместе извинимся. Простите за то, что я такая красивая. Мой грех – только лень. Настоящий грешник. На подобные мероприятия приходит много инфлюенсеров. Верно. Есть девушки, которых мы усердно привлекаем для сотрудничества. Серьезно? Прежде чем они выйдут на сцену, мы должны их сопроводить. Они красивее нас. Все вы красивые. Не удивляйтесь. Кто может быть красивее нас? Здравствуйте. Вау, вас было трудно пригласить. Подождите секундочку. Мы слышали, что вы очень красивая. Именно. Не я, а они.
компьютере? Здравствуйте! Здравствуйте! А, так это не люди? Виртуальная женская группа Isege Idol. Участницы группы Лильпа и Джуруру. 3, 2, выйди за пределы измерений! Мы Isege Idol! Пожалуйста, представьтесь по очереди. Я Джуруру. Привет! Здравствуйте, я Лильпа! Лильпа! Когда вы дебютировали? Прошло уже почти 2 года. Мы для вас самбэним. Поздоровайтесь как следует. Не время развлекаться. Мы поприветствуем вас должным образом. Хорошо, мы принимаем это. Мне очень жаль. Что это? Что за... Поторопись и сделай это. Мы тоже так можем. Смотрите, мы тоже так умеем. Видели? Вы видели это? Мы вот так умеем. А я умею, не прекращая кружиться. А ты можешь? Попробуй. Она тоже умеет. Проиграла. Простите, простите. Какие у вас позиции? Лилпа отвечает за милашность. Правда? Милашность? Тогда покажите сердечко. Сердце? Мы не можем, у нас связаны руки. Связаны руки? Что происходит? Почему? Вызовите полицию. Компания же не такая. Нет, нисколько. Моргните, если вам плохо. Мы вас спасем. Это правда? Откройте дверь для гостей. Здравствуйте, здравствуйте. Комната ожидания инфлюенсеров. Прикрепите на них бейджики с именами. Энбиоль! Я буду осторожна. Люди, на которых вы надели бейджики, выйдут на сцену представлять 7 смертных грехов. Дыши! Раздача воды для снятия напряжения. Здравствуйте! Подойдите сюда! Побыстрее! У нас нет времени. Что ж? Что ты будешь делать, когда выйдешь на сцену? Я покажу игру, и потом первый попробую сыграть. Ты хорошо играешь? Неплохо. Во что лучше всего играешь? Знаешь, PUBG? В нее я часто играю. Мы просто легенды. Мы всегда едим курицу. Мы никогда не проигрывали. Никогда. Вы мне не врете? Тогда, может, сыграем? 1 раунд. Приходите на G-Start в следующем году и играйте. Сюда, сюда, сюда. Сюда? Обмен подарков. Обменяйте их карточку на приз, который они выиграли. Это легко. Удачи, проходите. Напиток. Спасибо. Вы голодный? Я голодный. Я даю вам шанс выиграть эти закуски. Какая ваша любимая песня? Сейчас мне нравится Эспа. Вы умеете петь? Посмотрите в камеру. Эспа могут это посмотреть. Я хорошо общаюсь с Нинин. Мы свяжемся, я свяжусь с ней. Но если Нинин увидит это... Нинин, ты смотришь? Это было уверенно, теперь закуски ваши. Напиток. Как вам нравится напиток? Этот мне не нравится. Не нравится напиток? Тогда, если вы скопируете любимого персонажа, вы сможете выбрать все, что хотите. Мне нравится ваш настрой. Трансформация. Вы заслужили приз. Я и Юци подарим вам сердечки. Сердечки? Как вам? Такое за деньги не купишь. Вот именно. Вы вообще знаете, кто мы? Скажите честно. Я не знаю. Тогда напиток, который он не любит. Что у вас? Приз за участие. Вам нравится напиток «Горячая шестерка»? Да. Он горячее меня? Нет, ты горячее. Я горячее, правда? У вас есть любимый айдол? Мне нравится айдол. Айдол? А кто из участниц вам больше всего нравится? Смотри мне в глаза. Юци. Давай устроим Хёнпи. Я ненавижу это. Наконец-то мы закончили. Тристан. Мы не можем ему проиграть, не можем. 3, 2, 1. Я должен отдать вам вот это. Что ты нам дашь? Нам сами отдадут. Закрой глаза. Утешительный приз. Потом откроешь, не сейчас, пока нет. Свобода. Монетка. Чья это? Небольшой процент мне. Ты проделала отличную работу. Предвкушаешь? Я знаю, что интересно. Я взволнована. Давай считать по очереди. 10. Я не проиграю. 20. Получай. 30. Что? Кто ты такая? Почему? У меня всего 30
$6. За каждый час вам платили по $9. Деньги важны. Честно говоря, я должна была получить вот столько. Возьми! Конечно. Почему она стала такой милой? У тебя есть больше? Нет, правда нет. Тебе дали $100? Подожди. Насколько ты осталась довольна работой? Честно? Оказалось совсем немного... Сложнее. Немного. Сложнее, чем я ожидала. Нам заплатили за рекламу. 5 баллов. Ты читаешь мои мысли? Мысли? Я тоже хочу поставить 5 баллов. Это было так весело. Сорвем джекпот? Давай. Может, хэмпи? Окей. Неожиданная атака. Концовка в стиле хэмпи. Пожалуйста, наложите компьютерную графику. Это больно. Давай по-настоящему. Близкие друзья. Все в Айдол дружат. Мы не ссоримся. Никогда не ссоримся. Правда-правда, никогда. Мастер позирования. Вы хотите принять какую-то позу? Сделаю так. А я вот так. Самбоним, а это поза для вас. Вам очень подходит. У вас получится, научите нас самбоним. Один в один.